Привет! С вами Дмитрий Лосев из магазина шуб «Меховой» на Тверской. Сегодня на улице 4 февраля, за окном. Наконец-то пришла настоящая зима, выпал снег, снег идет большими хлопьями, занесло все дороги. Сегодня на автомобиль я еле выехал, еле его разгреб. Наш магазин работает в прежнем режиме, предлагает также большой ассортимент норковых шуб. Потихонечку можно подготавливаться к весне. Для весны у нас подготовлена коллекция кожаных курток, стильных, модных, женских и мужских, и пальто шерстяных. Спасибо вам, дорогие подписчики, что вы смотрите наш канал, что вы смотрите наши видео, фотографии, видеоотзывы клиентов, фотографии клиентов. Немножечко, так сказать, смотрите жизнь нашего магазина. Спасибо вам, дорогие клиенты, что вы к нам приходите на примерку, что вы активно покупаете наш товар. Сегодня было много клиентов, очень как раз зима, самое время купить себе подарок, норковую шубу. До этого была погода, то дождь, то снег. Не всем было понятно, нужна ли вообще шуба. Но зима вступила в свои права, и все-таки стоит задумываться. Сейчас как никогда. Ждем вас на примерочку. Одеваемся по-модному в Меховом на Тверской. Для вас я подготовил хорошие цены с максимальными скидками. Приходите, удивляйтесь. Всем пока. Вот, пожалуйста, я немножко вам сниму, что творится на улице. Посмотрите, пожалуйста. Это 4 февраля. Снега очень много. Машины еле передвигаются. Наши клиенты ходят в шубах. Ждем у вас.